Здравствуйте, уважаемые любители растений. Меня просили рассказать, какой грунт я составляю для цитрусовых, для лучшего произрастания. Ну, тут несколько ингредиентов я беру. 4-5 ингредиентов получается. В основном, как это почвообразующая, так сказать, материнская порода. Я беру или серую лесную почву, ну или дерновую, это подготовленную, просеянную. Я ее вот вываливаю. Вот она уже подготовленная. Вот, смешиваю. Так, потом я беру еще две части вот этой почвы, это серой лесной или дерновой. Потом одна часть идет структурированного чернозема. Вот тоже я его уже подготовил. Вот он такой крупинками, как вот квадратики, на квадратики разваливается. Вот. Вместо него можно использовать также суглинок структурированный. Это вот он частично на заливных частенько на заливных лугах это бывает. Там вот его можно взять. Ну, еще один ингредиент – это торф. Торф можно взять любую универсальную покупную почву, почвогрунт. Вот. Там, в принципе, всегда один торф в основном. Вот. И также использую перепревший коровий навоз. Ну, это получается у нас перегной. Вот его тоже я подготовил уже. Вот одна часть. Короче говоря, первого ингредиента по две части, а всех остальных ингредиентов по одной части. Вот. Это мы все перемешиваем. До однородной массы. До однородной массы перемешиваем. Торф добавляем для того, чтобы улучшить аэрацию почвы. Это суглинок мы добавляем, или вот у меня на данный момент использовано структурированный чернозем. Добавляем для того, чтобы влагоемкость почвы это улучшить. Это частички суглинка или вот этого чернозема, они забирают воду на себя, ну, набухают как бы, да, а потом постепенно отдают его в окружающую среду. Вот. Ну, естественно, перегной используется для улучшения плодородных свойств этого субстрата. Вот. Еще один ингредиент, это я вычитал, американцы используют во Флориде для цитрусов грунты, составленные на основе коры сосны. Вот. Решил попробовать однажды, какой эффект от этого будет. Вот, добавил. Вот на этот вот объем всех ингредиентов берется где-то вот мелкой фракции около 20-30% коры сосны раздробленной. Вот, ее перемешиваем, тоже сюда же замешиваем. Она также нужна для улучшения структуры почвы. И я заметил, что вот в таком субстрате с корой корни цитрусов становятся очень многочисленными. Это очень много разветвлений у корней. Прямо как борода становится. То есть площадь корней увеличивается, ну, естественно, за счет площади корней увеличивается
питание всего верха, так сказать, кроны. Вот так перемешали. И еще один ингредиент я добавляю, роговую муку. Ну, небольшой, вот на этот объем где-то, ну, пару горстей. Это органическое удобрение, долгоиграющее. Оно разлагается в нем это, и потом начинает кормить ваше растение, посаженное в этот субстрат. Вот роговая мука, она содержит до 14% азота и 1% фосфорной кислоты. И вот когда мы все это перемешали, получается такая достаточно воздушная и одновременно с хорошими физическими свойствами, она не пересыхает быстро, не переувлажняется в болото. Кора также забирает на себя часть воды, тоже держит в себе, как какой-то коро-материал пористый. Вот. А потом, когда начинают, ну, растения с корнями иссушают почву, эта кора отдает в окружающее, так сказать, пространство излишек воды, которую она набрала при поливе. Вот. Также можно еще добавить небольшое количество перлита, если он есть и если есть желание. Вот примерно в таком субстрате у меня растут маточники цитрусов. Достаточно неплохо.